Хватит. А у тебя не болит голова или живот? А зачем ты это спрашиваешь? Вдруг там у меня заболело. Ты все время звонишь по пустякам. Зачем ты это звонишь? Нет, это не пустяки, поверь. Ладно, да, пока. Чего? Да, быстрее приходи. Угу, в кафешку от Ананы. Мама, ты только что сказала пока. Все, ставлю беззвучно и закидываю свой телефон. Тихо-тихо. Что что происходит? Так, ну вот что. Мама, перестань мне звонить. Да нет, это я, сестра. Почему ты так долго не отвечаешь? Почему? Пойдем. Какой шум? Вообще холодина какая-то. Мне нормально. Богдан, да, чего вам сделать? Пойдем, я покажу вам одежду красивую. Сегодня, кстати, завезли новую. Вот, смотрите, вот. Первый отдел, это у нас, так, 72-й. А, вот 72-й. Вот, 72-й, вот. Ага. Вот, смотрите, это лучше для девочек. Вот, можете поверить, вот такая очень красивая одежда. Это с ума... Почему? Что? Сейчас я их завожу. Ника! Спасибо. Что? Хорошо, сейчас принесу. Смотри, такое. Мне кажется, будет слишком жарко. Тебе идет. Мне кажется, будет жарко. Вот, держите. Вот, смотрите, я себе за такого. Сейчас, в разделе 72 есть еще такая кепка. А нет, она идет больше с таким нарядом. Вот. Думаю, в этом жарко не будет. Да. Может, взять такой. Ой, я хочу себе такой купить. Нет, ты чего? Это же для мальчиков. Смотрите. О, да. Кто-то из мальчиков может поверить. Вот, выбирайте. Вау, знаете, какой прикольный. Очки. О, я знаю, что. Ой, я пойду подберу солнечные очки. Добрый день. Так, вот клиент заказал что-то на ваш выбор. Хорошо, мы сейчас что-то выберем. Вот такие. Чьи клиент? Думаю, красиво. Да, да. Ну, давай вот это. Нет. Что-то не видно. Когда они пришли, и все занимаются своими делами. Ну все, Олежек, я распугала весь твой эфир, поэтому можешь уже его закрыть. И, кстати, можешь не говорить, что у тебя вот такого один смартфон. Тут некоторые даже девочки и мальчики, у них тот самый смартфон. А ты не говоришь, что у него никогда такого не будет. Нет, у тебя вот, у меня лучше, чем у тебя смартфон. Понял? Ой, ладно, не буду я личным человеком у тебя в эфире. Что? Да как? А, плюс 4, ой, забыла выкинуть тебя из эфира. Как она меня выкинула из эфира? Ну, давайте. Блин, не получается добавиться.
Ой, нет, я смыла мою камеру, она больше не включается. Может, тело надо поставить на зарядку? Не, ну вот у нас же смысл... А, блин, нельзя. А, ну там, смотри. А, блин, у меня почти камера сломала. Она вообще справилась. Ой, ручка упала. Бери ручку. Спасибо, так неожиданно. Ну, конечно. Так, сейчас спиздим. Вот, пожалуйста. Я решила добавить. Какая вкусная у меня вермишелька. Это ваша? А потом неизвестно, как ты оттуда будешь выезжать. Потом, говорят, проблема заехать. Кто хочет вермишельку? Проблема, все равно будет ехать. Ну, ты же не от одного, я слышала, читала. Потом туда выехать, это у меня проблема. Красин сегодня мне помог и поднял ручку. Что это может значить? Блин, надо найти решение, это сдать дачки. Девочка готовит вкусные кексы. Ну, для меня. Вкусные кексики, вкусные. О, какой торт прекрасный. Спасибо. Лева, ну что, тебе надо готовиться к завтрашнему контролю. Быстро, подготавливайся. Быстро. Ехать на запад. Где же это решение задачи? Ну, есть такие варианты. Бросить что? Ева, готовься, готовься. Завтра КЖ, завтра КЖ. Оставить Ваня как лучше, и потом еще посмотреть. Мама не поедет однозначно там все. Мама, я с ним поставила красивый, какой мама, это я папа твой. А зачем ты на маме телефонуешь? Люблю тебя, где хотелось. Сейчас прямо, хорошо. А что-то у тебя какой-то странный голос? Мама, не подготовятся мне сегодня, как раз на работе. Как будто он спрятался с ним. Видишь, на меня зову. Эй, Ева, давай посиди, а я его потом разрежу. Фу, а кто сковороду жирно оставил? Я вообще не ела. Скорее всего, кто-то из пацанов. Эй, пацаны! А вы случайно не знаете, кто оставил жирную сковороду? Не додумался, что там быть. Ну да, продолжаем видео. Быстрый зимой. У меня тоже такие самые подарочки. Ой, ты что сказал? Ты скопировал, в Силафе купил. Я тоже в Силафе купила. Это ты скопировал, я в Силафе покупал. И все, Олег, я тебе это еще припомню. И я тебе припомню. А денежки ты подаришь? У меня их так немного-много. Зато первая валентинка и цветы. А у тебя цветы есть? Есть. Где? Покажи. Ладно, цветов у меня нет. Ну, зато у тебя денег нет, а у меня есть. Вон, глянь, 1000 токенов. Ой. Ладно, давай лучше переодеваться, а то скоро праздник начнется. Ого, господи, Олег, у тебя такой костюм, как у дедушки старенького. Это не дедушка. Вон, глянь, то ли дело мой. Глянь, часики. Нет, у меня самый крутой костюм.